Попадается Арсен со страшным бросок. Мяч у Джей Джей. Передача да. На Нарека. Красивая передача в исполнении Нарека. И 2 очка зарабатывает команда. Бросок точно в цель. Мяч перехватывает номер 11. Первый бросок прошен в исполнении 13 номера. Мирзоян попадает. Точно в цель. Мяч перехватил номер 1. Миртоян трехочковый. Прямо в точку. Мяч перехватывает. Номер Джей Джей свободный. Должен. Да, и точное попадание. Забивает 3 очка Джей Джей. Почти забил сверху Джей Джей. Еще один. Трехочковый! 2-3 очков побед. Джей Джей, видимо, расстроен из-за того, что не получилось забить сверху. Но ничего страшного, еще вся игра впереди. Думаю, он еще покажет нам зрелищный данк. Да, попал. 1 очко команде Кумо Баскет. Мяч перехватила команда. В исполнении 8 номера команды Кумо Баскет. Все равно Кумо Баскет снова перехватил мяч. Еще 2 очка в исполнении 8 номера. Отрываются постепенно. Получается, Джей Джей сверху будет. Да, вот и первый данк сегодня, дорогие друзья. Мяч перехватил номер 8. И еще 2 очка. Еще один эндбанк в исполнении 8 номера. А, да. И в этот раз он точно оказался. Мяч идет в красный. И 2 очка в исполнении 2 номера. Плюс 2 очка команде Green Team. Отдает передачу. Не дает сопернику выйти из своей площадки. И Аварасян исполняет трехочковый бросок. Счет 29-11. Разыгрывает мяч на рейк. Подрыв. Green Team. И забивает еще 2 очка. Сокращают разницу в счете. На одном уровне. И еще один танк в исполнении Джей Джей. Нет, не решил. Не решился заданчик Джей Джей. Забил 2 очка для своей команды. Мяч у номера 16. Тим мало попадает, к сожалению. Еще 2 очка в исполнении 8 номера. Идет в атаку Саксян. Передача знает, но повтор в атаке от Азамата. Еще 2 очка. Потихоньку начинает догонять Green Team. Разница всего лишь 9 очков. К сожалению. Снова Саксян секундный. Все, и забирает еще 2 очка. Началась 3-я четверть. Мяч команды. И сразу же Саксян забивает 2 очка. Попал. Иван зарабатывает Джей Джей. Один штрафной? Да. Один точный штрафной. Продолжается игра. Копилку Кумо Баскет. Старое преимущество. И Азамат не согласен с нашим мнением. Плюс 2 очка в команду. Первый бросок точен.
Сильно радуется восьмой номер, забитому броску. Хорошая передача на Джей-Джея. И хороший трехочковый в исполнении Джей-Джея. В исполнении 11 номера. Пас и легкие два очка в исполнении Джей-Джея. Передача на Сарксяна. И два очка в копилку команды Грантима. И Сарксян, еще одна попытка, в этот раз уже более успешная, зарабатывает 2 очка. Тим Мирзоян с мячом и еще 2 очка в исполнении Мирзояна. Второй бросок в исполнении Авакяна. И тоже точно цель. Назарян с мячом. Гагика пас восьмому номеру. И легкий мачка. Наконец-то они забили. И снова точно Авакян. Хорошо он забивает сегодня штрафные. И Джей-Джей обманным движением закидывает еще 3 очка. Пас на Джей-Джея. И хорошо на последних секундах забивает Джей-Джей 3 очка. Но здесь с ним все в порядке. Почему он не делает замену? Ковый бомбой подбирает Эндван. Достаточно он уже набрал пас. Снова Джей-Джей. Пас бомбой. И еще 2 очка. Ну, а второй прямо в точку. Разыгрывает мяч Тиму Баскет. Передача на восьмой. Неудачный бросок. И восьмой номер. Исправляет это дело. Красиво вышел из ситуации. Красиво исправил. Буквально за минуту набирает восьмой номер команды Кубабаски. Гурген. Точный трехочковый от Гургена. 3 очка для своей команды. 42-64. Сам же и 2 очка. Но на самом деле я не понял, кто все-таки забил эти 2 очка. Аветисян снова под кольцо и еще 2 очка от Аветисяна.